Всем привет, дорогие зрители, с вами Арсений, сегодня Треноженко. Очередной выпуск тактик, стратегии от команды Na'Vi. Недавно прошел у нас турнир ESL в Кёльне. Na'Vi показали, ну, относительно неплохой результат. Хотелось бы, конечно, получше, хотя бы финал, но не срослось. Cobblestone, Na'Vi играют на кобле довольно сильно и, в принципе, есть что почерпнуть. Итак, начинался один из самых важных раундов, и Na'Vi его, кстати, взяли. Прошли через боковуху, прошли через центр. Нипы, правда, натупили, не знаю, чем они там занимались на медле, но у Na'Vi все вышло. Отличные смоки, хорошие флешки, взаимное прикрытие, вот на что нужно обратить внимание. Как Na'Vi проходили по секторам, все чекали. Ну а потом заняли плент. Откидали гранаты, поставили бомбу, затащили раунд. Приятного просмотра. Пальцы вверх. Thank you.